Всем большой привет с города Норильска. Вот, решил записать такой вступительный ролик, как бы. Вот, обычно делают вступительные ролики. И я решил тоже записать вступительный ролик. Почему бы не записать? Это же прикольно на самом деле. Вот, решил записать вступительный ролик и рассказать вам, о чем будет этот ролик. Ролик, вы знаете, будет из таких нарезочек. Да, из нарезочек. Я, значит, ковырялся в своем архиве. У меня там жесткий диск есть, и там на жестком диске есть архив моих записей. Вот, и наткнулся там на одну интересную запись. Там серия записей таких, я просто ходил и снимал. Вот, серия записей поселка Валек. Да, мы в 2018 году были на поселке Валек. Вы знаете, я за все это время ни разу не был на поселке Валек. Там же с одной стороны, с другой стороны. Вот, и мы на одной стороне были, вот, и я там поснимал. Вы знаете, в 2018 году там был такой довольно-таки андеграунд на самом деле. И я поснимал это все, и вот это оно лежало вот до нынешнего момента. И я решил сделать такой ролик из нарезочек. Да, получился ролик из нарезочек. Качество, конечно, там похуже. Вот, похуже, чем есть сейчас. Потому что у меня моя камера, точнее, ну, в качестве камеры я что тогда, что сейчас использую телефон. У меня телефон тогда был, ну, такой, средненький. И там получились записи так себе. Но, вы знаете, на самом деле стоит посмотреть. Стоит посмотреть, довольно-таки прикольно. Да, там получились такие мрачные тона. Но ничего страшного, для общего развития почему бы не посмотреть, правильно? Да. Сейчас на улице очень холодно. Ой, дубарище, кошмар. Я вот сторисы в Инстаграм снимаю. И вы знаете, вот эту минуту съемки на улице, блин, рука отваливается просто. Кошмар. Я вот думаю, может, какой-то лайфхак посмотреть, чтобы можно было снимать на морозе. Вот. Так что вот так вот. Посмотрите ролик, я думаю, он вам понравится. Ну, если не понравится, то не смотрите. Ну, никто что-то заставляет, на самом деле. Вот. Что хотел вам сейчас сказать? Если вам не сложно, то подпишитесь, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Вот. Я буду очень ждать вашего лайка, подписки и комментария, потому что это стимулирует развитие канала. Ну, естественно, да. Бросать я не собираюсь этим заниматься. Вот. Мне нравится это, мне интересно. Это на самом деле прикольно. А еще знаете, что меня подстегивает? Меня очень сильно подстегивает, что в Норильске блогеры только женщины. Вот. Ни одного мужика нету, который снимает. Вот. Смотрел, вот там вот две барышни, если вот они про Норильск снимают, там, ну, типа влога, да, вот, и я, конечно, расстроился на самом деле, не расстроился не из-за того, что барышни снимают, а расстроился, что мужики не снимают, вот так вот, так что, вот так вот, будут продолжать снимать обязательно, будут что-то выкладывать, что-то придумывать и так далее, вот, посмотрите ролик и оставьте свой комментарий, и я буду ждать с нетерпением ваш комментарий, так что, вот так, всем пока-пока. Поселок Валек мы приехали. Здесь много всего и всякого. Здесь вот здание такое интересное. Я, честно говоря, не знаю, что это было, когда. Вот, но довольно-таки экзотично и необычно. Вот, но видно, оно уже давно не рабочее. Вот так что вот так. Ладно, пойдем дальше. Будем смотреть, здесь даже животные есть. А вот это вот корабль заброшенный, никому не нужный уже в утиль. Мы попробуем поближе подойти к этим животным, но близко не будем подходить, потому что я немножечко боюсь. Вот. Ну и все, я думаю, достаточно. Вон, смотрите. Вон, видите, свинки пасутся. Но эти свинки какие-то шерстяные. Вот, это не те свинюхи, которые там на материке в селе. Вот. Вот. А вот это вот. Вот это, видите, две туши лежит. Это хряк. Один и второй. Ну, они просто прилегли немножечко отдохнуть. Расслабились. Так что вот так вот. Вообще хозяин молодец. Большой ему респект и уважуха за то, что он, даже несмотря на наш крайний север,
занимается животными. Молодец. Уважаю. Здесь у нас живет, наверное, Дед Мороз. Пока лето, он свои сани оставил. Ну, как зима начнется, он, наверное, их запрягет и поедет. Вон на том хряке. Вон, видите, вот там хряк лежит. Чего, ты боишься? А, вон там лошадь. Вот у нас козы. Северные козы. Посмотрите. А вон там овечки. Вообще, вообще прикол, блин, а? Я еще такого не видел. Ребята, не надо. Да, прикол. Ну, такого андеграунда вы, наверное, не видели. Тут мусор всякий. И вон, если вы заметили, тут пасутся козы. Очень прикольно. Вы когда-нибудь такое видели или нет? Смотрите. Вот, так что вот так. Такая вот история. А там вон пасутся лошади. Вот, смотрите, попа повернулась к нам. Вот, видите? Так что вот так.